Всем здорово! Продолжаем проходить Resident Evil Code Veronica. Итак, первым делом нам нужно выключить газ. Выключить газ, короче, поставить вентиль, перекрыть ядовитый газ, который выпустил своей рукожопостью Стив, короче. Вот. Так, что можно выкинуть что-нибудь, нет? Так. Нет. Вот. И попробовать воспользоваться буровой машиной. Ну, я так думаю. Ну, почему-то мне подсказывает, что какая-то задница произойдет снова. Вот. И нам не дадут спокойно воспользоваться этой буровой установкой. Но для начала надо сейчас избавиться от этих летающих, вечно срущих на спину мотыльков. На тебе. Падла, они меня траванули, да? А нет, смотри. Не траванули. Все отлично. Так, у нас комната, куда надо вставить вентиль, находится вот здесь. Да, в комнатушке. По-моему, в комнатушке. Комната под названием комнатушка. Окей. Давай. По-моему, вот здесь. Помните? А, да, ядовитый газ, значит, сюда. Значит, правильно идем. Где ядовитый газ, нам туда. Отлично. Сейчас мы пихнем. О, смотри, буровая установка уже здесь. Буровая машина. Так, что там? А, я не могу оставить Стива. Надо остановить газ. Молодец. Молодец. Клэр думает не только о себе, в отличие от Стива. Так, дырка в виде восьмиугольника. Есть заметка. Ядовитый газ при обнаружении запечатать. Давайте запечатаем. У нас есть чем запечатать. Нет нужды использовать сейчас. В смысле? Прикольнулись сейчас? Сейчас поржало. Да уйди ты. В смысле? Инструмент для открытия и закрытия клапана. Ну? Ну? В чем подвох? В чем прикол? Погоди, погоди. У меня тут созрела одна идейка, одна мысль. Наверное, надо использовать резак. Так, а где он находится, этот резак? Так, погоди. Погоди. Здесь? Нет, наверное, не здесь. Да, не здесь. Так. Здесь тоже нет, по-моему. Здесь тоже нет. Да, здесь огонь. Здесь не пройти. Так, погоди, погоди. Где у нас находится комната, где можно разрезать всякие штуки, дрюки? Она находится, по-моему... Блин, сейчас опять эти... срущие твари. Да тварь, а! Ну что ты за... Что ты за человек такой, мотылёк, а? Ну, подлетай сюда. Использовал синюю траву.
Так, а я это... Неплохо. Так, готов. Погоди. А, вот здесь. Вот, все. А, да. Слышь? Слышь? Не надо мне делать. Так, ладно. Находится у нас комната, где чувак, короче, бьется об решетку, по-моему. Нет, не здесь. Нет, не здесь. Значит, дальше, 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 вот здесь. Да. Где-то здесь, короче. По-моему, вот в этой. Здесь, в комнате. Находится. О, да. Отлично. Так, давай. Давай мы сейчас нахимичим. Сейчас сделаем восьмиугольную ручку. Все четко. Все четко. Сейчас, наверное, вылезет зомби, нет? А почему зомби-то не вылез? Смотри там. Боеприпасы, да? Окей, опять идем к мотылькам. Ой, там зомби появились. Откуда они там выросли? Смотри, сколько много там. Жесть. Откуда они там взялись-то? У нас есть калаш. Нам не страшно. Да пошел ты! Вон. Так, я траванулся. Просто плохо. Окей. Ах, сейчас калаш тратить будем, блин. А, как же я не хочу этого. Твари. Так, добил, отлично. Блин, столько патронов. Смотри, у нас 51% остался, ну. Разброс большой, да? А, дохлый. Сдох? Походу, да. А, нет, смотри, смотри. Теперь сдох. Да куда ты в стену-то стреляешь, дура? Блин, сколько вообще просто, блин. Мне так жалко, мне так уже 33%, охереть. Мне просто жалко патронов. Вот калаш закончится, и что будем делать? Опять стрелами херачить? Ладно, давай. Попытка номер 2. Я тоже хочу. Все, отлично. Отлично.
все так прояснилось, стало все так четко. Теперь мы в безопасности. Спасибо тебе опять. Посмотрим, как да вы ладно. Будете биться в агонии. Только не в этот раз! Опять вы? Стив, как всегда, тут как тут. Нифига он такой. Видал? О! Капс, да тебе, Альфред. Что это было? Несварение желудка. Окей. О. Короче, вот этот чувак, это Александр. Александр Ашман. Который, типа у которого инсульт, помните, читали. Это он, короче. Это под воздействием вируса Вероника. Вот этот ублюдок, он, блин, с ним надо будет сражаться. Причем очень скоро. Вроде как. Так, снайперка. Нам срочно нужна снайперка. Пора убираться отсюда. Пора убираться отсюда. Клэр, ты меня слышишь? Пора убираться нахрен отсюда. Так, для начала я заберу снайперскую винтовку. Потом мы будем убираться отсюда. 7 патронов всего-то. Клэр, что ты делаешь? Пойдем! У Стива, как у Баскова, прорезался голос. Я прорвусь через эту стену! Давай! Ну давай же! Ну же! Лови на гарту. О, нихера, смотри, там еще вода. Куда они там? В этот Атлантический океан, что ли, поехал? Все затопило к херам просто. Ну и правильно. Хорошо. О, yes. Да, сегодня погодка Лен, нелетная. Может, мы сможем бежать через это? А может, через то? Я не хочу бежать через это. Я хочу бежать через то. Хорошо, вперед! А че наверх-то полезли? Там вертушка, что ли, или что-то? Клэр, давай! Клэр. Наконец-то мы можем покинуть это безумное место! Ура! Так, давайте по периметру пробежимся. Ништяки завалялись. Хер там плавал. Поторопись, давай. Поторопись, давай. Ну. Поторопись, давай. Так поторопись. Хорошо, вперед. Давай, пойдем. Чего ты вот боишься? Это Александр. Давай. О, нихера, он ему зафиндюлил, блин. Музычка такая. Держись, я разберусь с этим монстром и вернусь. Клэр, забудь про меня. Беги! Забудь про меня. Да хер тебе. Сейчас. Так, где там?
я не вижу. Хера не вижу. Ай-а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 й. Так. Оп. Патронов-то нет. Там, по-моему, ему надо куда-то стрелять. Да чтоб тебя! Надеюсь, он меня не травит. Нет. Блин, я не вижу. Так, погоди. Окей, 5 патронов. Так. Покажись. Так, стоп. Отравлен! Да что ты? В смысле? В смысле? А я приблизить-то могу как-то, нет? Ну покажись, ну. Я не вижу ни хера. Да ладно, патроны кончились, ну. Да сдохнешь ты или нет, а? Сколько можно? Блин. Блин, а еще он не дохнет? Дохнешь ты? Да мне кобзда, короче. Нет времени. Да пипец. Сколько в него палить-то? О, ни хрена себе, все, сдох. Стив! Аллилуйя, блин. До сих пор висит. Ты в порядке? Прощай, Клэр. Клэр! Ты жива! Просто прикинь, сколько он провисел вот так вот просто на 4, да, или на 5 или 4, наверное, пальцев, да? Прости, я подвел тебя. Не вот волнуйся такой. Об этом. Пойдем. Вот такой ты герой. Вечно ты подводишь. Клянусь, в следующий раз я защищу тебя, Клэр. 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 Клевер. Ура! Мы наконец-то выбрались отсюда! Блин, она так идет, она по самую смотри, жопу, короче, вон там, снегоход! Отравлена.
На нем мы сможем добраться до австралийской базы. Очень прекрасно. Да, вперед! Я не забуду об этом, Клэр. Он еще живой. Ну, вот эти больные ублюдки, они вечно, блин, они живучие вообще, просто больные, да, люди, они реально живучие. Даже вот, не то, что больные, там, а даже взять тех же алкашей, там, на этих наркоманов, они, блин, они живучие падлы. Здоровые люди просто раз и бывает. А эти, блин, живут как не знаю кто. И также вот эти вот сумасшедшие дебилы. Так, а вот и Алексия. Она, короче, была в криогенном сне. У нее внутри вот этот тоже введен, короче, Т-вирус. Ну, вирус Вероники. Алексия, наконец-то ты проснулась. Алексия. Ну, сколько там лет, короче, там глава. О, что это? Вот так вот. Не дали убежать. Вот такой вот поворот, блин. Между тем, на одиноком острове Крис Редфилд. Крис, короче, отправляется. Затем я пошел по следу Леона. Он и привел меня сюда. Короче, отправился на поиски своей сестры. Получили, короче, ну, вначале же Клэр отправила сообщение о помощи Леону, по-моему. Или он вот направил, короче, Криса. Ну все, сумку просрал. Не успел прилететь на остров, уже просрал обмундирование свое. Ну что ж ты там, криворукий. Не волнуйся, Клэр, я пришел, чтобы спасти тебя. А нам теперь начинай, да, с одним ножом, наверное. Ну, может, пистолет. Ладно, мы снова на острове, короче, и за дело берется Крис. Вот. Так, давайте посмотрим, что у нас имеется. Так, пистолет, смотри, пистолет, 30 патронов, аптечка и нож. Сразу забираем пистолет, потому что ножом здесь вообще нож мы выкинем. Так, завалило проход. Завалило проход. Кстати, Крис нормальный чел, в принципе. Это, можно сказать, ну, один из моих любимых персонажей. Так, а что у него за пушка? Осмотр. Пистол Glock 17. Большое ружье берет 9 мм, 19 пуль. Нормуль, 19 пуль это нормуль. О, смотри. Чувак. Я уже не надеялся встретить на этом острове живого смотрите, человека. Живой. Кто вы? Я прибыл сюда, чтобы найти одну девушку. Одну девушку? Девушку? Одну девушку мы пришли поискать. Вы встречали девушку по имени Клэр Редфилд? Вы только что сказали Клэр? Вы ведь ее знаете, не так ли?
Ничего, не послышать. Беспокойтесь о ней. Я помогал эвакуироваться. Недавно с этого острова отправилось несколько самолетов. Я не могу точно сказать, но, возможно, она была на борту одного из них. Так точно. Понимаю. Думаю, моя сестра хорошо вас знает. Спасибо, что помогли ей. Помогли. Сначала заточил на этот сраный остров. И, может, мы единственные живые люди, которые здесь остались. Идите, найдите свою сестру и убирайтесь с этого острова. Кого-то глисты, походу. Так, надо спасти его. Да ну нафиг, спасти. Ты видел, что сейчас сделал этот глист, переросток? Какой нахрен спасти ты, о чем вообще? Так, могилы некоторые очень старые. Это ранняя резиденция острова. Посвети свет на моей правой руке. Я могу опустить каменную крышку. Опустить? Так, смотри, что там? Там что-то лежит. Два автомата здесь. Да ладно. Посвети. А чем я тебе посвящу? Чем мне посветить? Могилы некоторые старые, понятно. О! Да здравствует. Так, стрелы. Стрелы для арбалета, это для Клэр, наверное. Вот, записная машинка. Ну, чернила, то есть для записной машинки. Давай посмотрим, что у нас имеется здесь. Так. Нож выбрасываем. Так, это все комбинируем. Тут у нас куча аптечек еще. Со времен Клэр осталось. Так. Одни аптечки, короче. Ой. Не то выбрал. Давай вот так вот. Скомбинируем. И давайте, наверное, сохранимся. Да, можем сохранить достижения. Вот. И на этом, наверное, закончим. Вот. Наверное, главу. Ну, прохождение за Криса мы уже сразу, ну, начнем с новенькой серии. Вот. Чтобы было так четенько все. Вот. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Не забываем комментировать. И я с этим прощаюсь. С вами был Олег.